Ты не поверишь, начал собирать, копить деньги на лето. А что, лето теперь платное? Дед Петруха заходит в бар, берет 6 рюмок водки и быстро один за другим выгружает в себя. Бармен говорит, вы могли бы так не торопиться, мы еще не закрываемся. Дед Петруха говорит, если бы у вас было то, что у меня, вы бы тоже торопились. А бармен спрашивает, а что у вас? Дед Петруха говорит, 60 копеек. Ты не поверишь, батюшка простил мне все грехи. Не переживай, что в первый раз что ли, накопишь новых. Кто это сделал? Самые порядочные люди – это экстрасенсы. Они никогда не пользуются своими сверхспособностями, чтобы выиграть лотерею. Видишь, друг, посмотри, что можно сделать. И что у вас сломалось? Машина, вы же видите. А конкретней? Ну, Toyota, блин. Трое, купившие бутылку водки, были очень озадачены, когда продавщица напомнила им, что при наличии чека они могут вернуть бутылку в течение недели. Здравствуйте, уважаемый оператор. Я так понял, вы мне предоставили 120 минут бесплатных разговоров за месяц. Это я могу использовать за месяц? Да, конечно. А за неделю? Да, пожалуйста. А за день? Да, ради бога. А за час? Нет, за час не сможете. Это еще почему? Блюдко. Объявление. Сторож с ружьем, зараженным солью, поможет всем желающим повысить мастерство паркура. Дед Петруха, говорят, что вы убили на дуэли поручика Ржевского. Да. Но вы же оба промахнулись. Но потом я метко кинул на него пистолет. Если девушка подарила тебе ключ от сердца, не торопись радоваться. Завтра она может заменить замок. Подписываемся, кликаем на колокольчик.